Мої вітання, пане Романе. Бажаю всім здоров'я. Хотіла вас запитати, дивіться, серед переліку ракет, які сьогодні були випущені ворогом, так, немає чомусь іскандерів. Чому їх економлять чи просто до чогось притримують? Іскандери, балістичні ракети, їх не так много. Росіяни за последні півтора года их использовали около 900. У них было действительно достаточное количество «Искандеров», но сейчас они пытаются восстановить их запас, неприкосновенный запас, так называемый НЗ. По некоторым позициям у россиян вычерпался этот запас. То есть и ракеты крылатых, в том числе и калибровых А-101, 555-х, просто они уже используют ХА-101, ХА-555, не используют калибров, не используют «Искандеров», как раз еще не дошли до определенного уровня неприкосновенного запаса, но это не значит, что они не будут их использовать. Они, если возникнет такая необходимость, «Искандеры» будут использованы, причем на дальностях до 500 километров. Это практически часть правого берега и левый берег Днепра. Они могут отработать этими ракетами, потому надо быть очень аккуратным и не надеяться на то, что они там будут их накапливать и не использовать. Впереди еще 2-3 дня праздничных. У россиян сейчас задача стоит информационный поток дать положительный для российской нации, а им важно показать, как у нас горят наши жилые дома, торговые центры. Вот как раз удары были сегодня и по жилым домам, по торговым центрам, то есть там, где можно показать серьезные разрушения для поднятия боевого духа россиянцев. И этим они будут заниматься, надо быть очень осторожным, массовых атак уже не будет. Это для них такое очень сложное задача, то есть 150 уже не будет ракет. Будут ракеты, там может быть по несколько, может быть несколько десятков, если это ракеты. В основном будут работать шахедами. Но вот остается еще механизм работы «Искандеров», то есть баллистических ракет, и калибры. Калибры еще не были выпущены ни одни. Хотя по калибрам вопрос. Они боятся запускать калибры, работать калибрами, потому что им придется тогда заходить в Севастопольскую бухту на перезарядку, а Севастопольскую бухту мы держим под постоянным огневым контролем. Это значит и подводные лодки, которые будут перезаряжаться калибрами, и пусковые установки, корабли с пусковыми установками под калибры, которые зайдут, они будут под ударом. Россияне прекрасно понимают, что потеряют корабли однозначно еще вместе с специальной инженерной службой, которая занимается зарядкой, перезарядкой ракет. Ми сміялися, коли там рашисти писали, що вони вже 4 F-16, здається, 4 вони F-16 знайшли і знищили в Україні, так? Але от сьогодні, після такої масованої ракетної атаки по Україні, дехто писав, що як варіант ворог вдався до такої атаки з метою, щоб виявити і перевірити, можливо, чи є винищувач F-16 в Україні. На вашу думку, яка була мета сьогоднішнього такого масованого обстрілу рашистів по Україні? Тому що дуже багато міст. Ну, только не F-16. Дело в том, что самолет методом научного тыка, а это именно такой метод, если работать ракетами, которые идут по координатам, невозможно. Все-таки самолет, он легкий, его даже просто с одного места на другое перетянуть можно просто руками. Мы самолеты толкали в свое время, там 5-6 человек толкают самолеты и без средств перемещения. И так это возможно, потому то точно это не попытка нащупать F-16, и это вот информационный поток, это понятен. Под Новый год россиянам положить под елочку какой-то или фейерверк организовать, для них это плюс идет. Ну, и они попытались нащупать наши военные объекты, которые могут работать на оборонку и производить дальние средства поражения. Те же ракеты, может быть, какие-то части аэродромов, где могут находиться там ПВО, то есть били и по ПВО, пытались, по крайней мере, уничтожить систему противовоздушной обороны в момент перезарядки. Видно было, что растяжка по времени. Ну и организовать масштабную атаку
ту, которая должна быть по определенным нормам, когда она выполняется в таком качестве, они просто не могут. По разным причинам. Одна из основных причин – это просто отсутствие кадров, которые могут разработать и собрать воедино такую разноплавную, разномастную атаку. Они все-таки, это нельзя называть масштабной атакой, такие мазки по некоторым позициям. То есть выход одних, других, третьих видов дальних средств поражения. Но не в одно время, растяжка иногда в часы. Потому россияне просто, это уже давно не Советский Союз. В свое время в Советском Союзе отрабатывали выход на цель в заданное время с временем 1.5–2 секунды. Сотни самолетов могли это сделать, и ракеты в том числе. А ну, россияне, это жалкая копия Советского Союза. Пане Романе, хочу, щоб ви прокоментували можливість, тому що з'явилася була інформація, це не офіційна інформація, так, з'явилася інформація про нібито збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 над Курською областю. Офіційно поки що жодної інформації немає, у мене питання. Ну, взагалі, а можливо таке реалізувати з нашого боку і з допомогою чого? Есть информация о том, что пропал с радаров Ту-22. Так, ну, припустили, что его сбили все ж таки, потому что он появился, начал відстрілювати и зник раптом. Да, когда пропадает с радаров самолет? Варианта три. Первый, действительно, его сбивают. Второй, у него какая-то поломка на борту, и он падает. И третий, это когда он садится на аварийный аэродром или на аварийную площадку. То есть варианта вот этих три варианта, когда он может пропасть с радаров радиолокационных средств обнаружения. Как сбить можем? Мы однозначно можем сбить тушку. Дело в том, что Курская область, ну, Курск от нашей границы где-то до сотни километров находится. До сотни. А для того, чтобы даже всю Курскую область контролировать, достаточно Патриота с дальностью 150 километров расположить на границе в режиме том, который мы используем уже и Патриот в том числе, и некоторые наши средства ПВО, в режиме стрельбы навскидку, она называет, такая ракетная засада. Это когда выходит, допустим, Патриот или часть Патриота, он может не весь выходить, там одна пусковая установка и система управления с радаром, выходят и ждут в засаде день, два, три, неделю, могут, в принципе, находиться сколько угодно, не включаясь, то есть не попадая на систему считывания расположения наших ЗРК россиян, они не знают, что у нас там стоит Патриот не включенный. Потому, понимая, что они будут пуск ракет делать, допустим, с Курской области, в районе это Сумская область наша, в северо-восточная часть Сумской области, там может расположиться Патриот, и на дальности в 150 километров снять тушку легко, она не уйдет, это тяжелый бомбардировщик дальний, он не уйдет от Патриота, это без вариантов, то есть сбить можно. Тем более Патриот уже хорошо себя показали именно в таком качестве. В режиме работы навскидку мы их видели в Брянской области, это ж недалеко, там рядом над Клинцами 5 бортов отминусовали в мае. И вот недавно три борта, как минимум три борта одновременно на левом берегу. Это тоже, наверное, Патриот. Що ж, будемо тримати кулаки, щоб знову ж таки це було збиття, не просто в нього проблеми на борту. Дякую, пане Романе, за включення. Глядачам нагадаю, що це був Роман Світан, полковник запасу, військовий льотчик, інструктор. І обговорювали ми сьогоднішній обстріл рашистами нашої території.